лица общества бариатрических хирургов мы хотели бы вас пригласить на научно-практический семинар «Хирургическое лечение ожирения и метаболических нарушений», который будет проходить с 7 по 11 октября 2019 года на базе учебного центра «Карл Шторц» в Москве, Дербеневская набережная, дом 7, это метро Павелецкая. Уже много лет мы проводим там октябрьские курсы, пятидневные. Планируется достаточно много интересных лекций, общение с экспертами, дискуссии, обсуждения и, естественно, живая хирургия. Поэтому всех приглашаем. И еще раз напомню, что по окончанию семинара выдается сертификат Общества бариатрических хирургов и начисляются 30 баллов НМО от Российского общества хирургов. Ждем всех в октябре на нашем семинаре.